Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом омолаживающей маски для кожи вокруг глаз, который я узнала от своей зрительницы. Я попробовала эту маску, и результат настолько мне понравился, что я решила и вам рассказать про это чудо-средство от морщин и пигментации на веках. Кстати, эта маска еще и от отеков и темных кругов здорово помогает. И чтобы сделать нашу омолаживающую маску для глаз, нужно взять 1 чайную ложку сливочного масла и 1 столовую ложку очень мелко измельченной свежей петрушки. Хорошенько перемешиваем все компоненты и далее поступаем одним из двух способов. Например, моя зрительница накладывает эту смесь на ватные диски и прикладывает их на глаза в виде компресса. А я просто наношу маску толстым слоем на веки при помощи кисточки. А вы выбирайте тот способ, который вам более удобен. Результат в любом случае будет очень хорошим, и это я вам гарантирую. Через 15 минут стираем маску сухой салфеткой, а затем умываемся теплой водой и наносим на веки крем. Хотя этот шаг делать совсем не обязательно, так как после маски кожа будет очень напитанной, мягкой и гладкой. И делать такую маску нужно каждый день в течение 10 дней. А затем для поддержания результата маску делают один раз в неделю.